Добро пожаловать на мой канал «Готовим счастье дома». Сегодня хочу предложить вам рецепт, как замариновать скумбрию. Еще такой рецепт называется «Мурманское сало». Для этого рецепта можно брать как свежую, так и свежезамороженную рыбу. Я взяла в этот раз свежезамороженную, предварительно разморозив ее при комнатной температуре. У рыбы берем и аккуратно отрезаем филе, отделяя его от хребта. Чтобы у вас это аккуратно получилось, нож должен быть очень острым. Затем аккуратно острым ножом счищаем брюшко, там, где были внутренности. Далее необходимо достать кости. Я это делаю с помощью ножа. Если у вас есть специальный пинцет, тогда можно делать им. Это будет даже удобнее. Теперь сделаем сам маринад. Для этого берем сахар, соль, молотую паприку и черный перец. Хорошо все перемешиваем до однородности. В получившейся смеси добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла. Снова все хорошо перемешиваем. Первая часть маринада готова. Теперь сделаем вторую. Для этого берем хороший пучок укропа, крупно его нарезаем и перекладываем в чашу блендера. К нарезанному укропу добавляем крупно нарезанный чеснок. Если зубчики у вас не сильно большие, тогда можно бросить целым. Сюда же заливаем также несколько столовых ложек подсолнечного масла. Перебиваем все в однородную массу. Теперь можно заняться маринованием рыбы. Для этого на пищевую пленку выкладываем заготовленные филе. Сверху на каждое филе выкладываем и хорошо размазываем смесь из специй, соли и сахара. Необходимо, чтобы специи покрыли всю поверхность филе. Далее на одно филе выкладываем смесь из зелени, чеснока и масла, распределяя по всей поверхности. Потом второе филе выкладываем сверху и с помощью пленки начинаем заматывать в плотную колбаску. Необходимо, чтобы филе прилегали друг к другу очень плотно. Заматываем с двух сторон и отправляем в холодильник на 12 часов, затем в морозилку до полного замерзания. В морозилку лучше всего отправлять на сутки. После этого достаем, аккуратно срезаем пленку и нарезаем на небольшие кусочки. Перекладываем на тарелку и подаем к любимому гарниру. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь.